Всем привет, с вами Лана и Катя. И впереди вас ждет видеообзор медиаплееров Aura HD и Aura HD Wi-Fi от компании Allo. Ну что же, давай посмотрим, на что он способен. Катя, вообще-то это медиаплеер, а не DVD или Blu-ray проигрыватель. Ну зачем тогда он нужен? А вот об этом мы сейчас и узнаем. Но для начала, как водится, о дизайне. Ну а в плане дизайна тут-то и описывать нечего. Маленькая черная коробочка с закругленными углами, с глянцевым пластиком по периметру и матовой верхней панелью с выдавленным логотипом. Хотя надо отдать должное. Несмотря на сдержанный дизайн, смотрится весьма стильно. Так хочется воскликнуть. Ведь могут, когда захотят. Ну давай, воскликни. Ведь могут, когда захотят! Что касается разъемов, то тут есть все необходимое для полноценной работы. Два USB-порта, один на передней панели для быстрого подключения внешних накопителей, а один на задней. Он в основном используется для подключения внешнего жесткого диска. За ним следует разъем для подключения внешнего инфракрасного приемника, далее порт Ethernet и HDMI. Далее следует цифровой оптический аудиовыход, а также совмещенный аудио-видеовыход, выполненный в виде мини-джека, и замыкает все это разъем для питания. Если у вас модель Aura HD, то к интернету плеер подключается через Ethernet кабель. Ну а если вы обладатель Aura HD Wi-Fi, то в этом случае подключиться можно и по беспроводному соединению. И после этого ваш телевизор превращается в полноценный смарт-ТВ. Вы получаете уникальный сервис, открывающий бесплатный доступ к нескольким сотням онлайн-каналов, имеющим трансляцию в сети интернет. Также сервис включает в себя более 200 интернет-радиостанций с возможностью фильтрации по жанру и языку вещания. Становится возможным просматривать фильмы и сериалы в украинских и международных онлайн-кинотеатрах. Ого! Подожди, ого, это еще не все. Плюс ко всему открывается доступ к самым популярным сайтам, адаптированным для просмотра с экрана телевизора. Тут и Facebook, Picasso, ВКонтакте, Одноклассники, ЖЖ, YouTube и многое другое. Подожди, то есть я смогу с простого телевизора без поддержки Smart TV, ну, например, просматривать наши ролики на YouTube? Да. Ого-го, круто, денежка. Ой, забыли еще про пульт дистанционного управления рассказать. Его размеры чуть больше среднего. Он удобно лежит в руке и кнопки нажимаются легко и отчетливо. Но самая главная особенность – это его обучаемость. В вашем распоряжении 6 программируемых кнопок, которым можно назначить управление другими приборами. Обучение производится пульт в пульт. Плееры Aura HD и Aura HD Wi-Fi помогут расширить возможности вашего ТВ до полноценного Smart TV. Они обладают отличной поддержкой онлайн-ТВ, IP-ТВ и приемлемой ценой. А также могут похвастаться бесшумной работой. С вами была Катя, Лана и обзор медиаплееров Aura HD Wi-Fi и Aura HD от компании Allo. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока. Улучшайте свою ауру.